Сейчас прозвенит первый школьный звонок. Учитель начнет с нами первый урок. За парты третьей гимназии сегодня сели 100 юных бобручан. Позади у малышей волнительные сборы в школу, выбор тетради, ручек и ранца. Вся та суета, которая запомнится им на всю жизнь. Этот школьный звонок уже вошел в историю. Сразу после него ученики переступили порог своего второго дома. В том, что учебное заведение станет для них родным, здесь уверены. Ведь помогать им в этом будет сплоченный и опытный преподавательский состав. Первоклассникам прежде всего быстрее адаптироваться и влиться в наш коллектив. Совсем немножко времени пройдет, и я уверен, они почувствуют, что они уже в школе, а не в детском садике. Ну, все получится у них. Наконец-то сбылась моя мечта, сегодня слышалась в коридорах от сотен ребят. И те, чья жизнь за партой только начинается, уже понимают, они сделали первый большой шаг в свое будущее. В школе можно получить много знаний и можно узнать даже науку. Чтобы учиться и быть умным. Чтобы учиться и хорошо себя вести, и чтобы писать уметь. Этим школьным стенам больше 100 лет. Среди выпускников именитые спортсмены, артисты и политики. Депутат Национального собрания. Собрание Ирины Рынейской когда-то тоже сидела здесь за парты, мечтала стать учителем. Поэтому каждый раз, возвращаясь в альма-матер, испытывает особенные чувства. Сегодня очень большой праздник, волнительный день для каждой семьи, потому что день начала учебного года касается, наверное, всех семей, без исключения проживающих на территории нашей страны. В этот день хотелось бы, конечно, поздравить все педагогические коллективы города Бобруйска, всех родителей, всех ребят. Пожелать им успехов, пожелать огромного здоровья, терпения. Родителям сегодня они тоже садятся за школьные парты. Выразить благодарность, слова признательности нашим учителям. Для родителей, как и для ребят, этот день – новая глава в жизни. Папам и мамам первоклашек предстоит вспомнить все, чему их учили в школе. Именно поэтому у них такие трепетные эмоции. Ну, конечно, мы волнуемся, потому что это новая жизнь. Уроки, новые впечатления, новые знакомства. Поэтому волнуемся вместе с ребенком. Буду смотреть, как он будет сам понимать. Если что-то будет недопонимать, я буду помогать ему. Просто приятное и волнительное событие в жизни. Вообще, первый ребенок, первый класс. Все впервые, со всем справимся. Для каждого родителя этот момент волнительный, когда он все настанет. Вот настал для нашего ребенка. Очень волнуемся, как будто сами идем первый раз в школу. Вот, не спали сегодня, ночь готовились. Старт новому учебному году дан. Но сегодня ребят не нагружают занятиями. Знакомятся с одноклассниками и возможностями школы. Уроки начнутся уже завтра. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.